На транспортной карте города теперь можно легко найти автобусы, троллейбусы и трамваи, приспособленные для людей с ограниченными возможностями. Транспорт, оснащенный пандусами, обозначен специальным значком. Маломобильным пассажирам будет легко отследить нужный автобус и узнать время его прибытия на определенную остановку. Анастасия Ваганова расскажет, как работает сервис. На сайте Центра управления городским автоэлектротранспортом теперь можно посмотреть, где в данную минуту находится транспорт, оснащенный откидной панелью. Нужно перейти в раздел «Транспорт на карте». Новый значок можно увидеть внизу страницы. Это буква «А» в зеленом кружочке. Такой подвижной состав работает на 7 автобусных маршрутах, в том числе на маршрутах номер 4, 13, 45 и 54, на 4 троллейбусных и на трамвайном маршруте номер 13. Из списка нужно выбрать интересующий вас маршрут, и он мгновенно появится на карте. Например, вот движение маршрута номер 4. Зеленым цветом обозначены автобусы, которые сейчас находятся в пути, и буквой «А» помечены те, которые оснащены аппарелью. Кликнув на значок, можно увидеть с точностью до минуты время прибытия этого автобуса на ту или иную остановку. Сейчас наклонной откидной панелью оснащено около 60 единиц транспорта. Полный перечень маршрутов, по которым он ходит, можно посмотреть на сайте Центра управления городским транспортом. Анастасия Ваганова, Роман Семенов, Новосибирские новости.